Может быть, как раз Алиса и конючила, что не хочет отказываться есть, потому что сама хотела кушать. В общем, бодики я постираю, зато навык кушать с ложечки. У Алины полная агуша, яблочко, а у Алисы сейчас не полная, уже баночка банана. Герпи. То есть я их сначала хотела на двоих скормить банановый, поскольку они сами мне его притащили. Алина с удовольствием кушала, Алиса нет. Сейчас вытеру. То как бы это совсем просто. Сейчас твой пол мне тоже надо отмывать. Кушай, кушай. Вкусно? Вкусненько? Банан. Сегодня 27 июня 2020 года. Малышкам год и 5 месяцев. Слева Алиса, справа Алина. У Алины сейчас яблочко. Ну, она с кучу съела. Как раз банана почти всю баночку съела она. Но я кормила. А теперь Алиса сама кушает. Пойдет баночка или нет? Так вот. Зато кушает. Молодец. Смотрит, как она стекает. Молодец. Ложечка кушает, ложечкой. Вкусненько? Вкусно. Папа придет, в шоке будет. Сейчас 19:46. Учитывая в обычное время прихода, где-то через часик можно ожидать дома. Сейчас все ушли по делам. Кто гуляет, кто по делам. Вот. У нас малышки, поэтому сегодня самостоятельно кушают. Да? Мама осталась, некому смотреть. За всеми такими безобразиями. Я-то лояльнее отношусь. Вот, и они сами кушают. Берется вечеринка дома, когда никого дома. Вкусно. Вот я думаю, что орган... Ой. Так, но пол точно надо будет слегка уже помыть. Ну, чего не сделаешь ради зайцев. Кушает. Сколько там? Немножко. Как у них пальчики, ножки такие задумчивые. Алиса более расслаблены пальчики. Наизнанка. Так, ручку надо вытереть, но это не очень удобно, когда держишь телефон. Когда записываешь. Ну, попробуем. Давай ручку вытянем.
большую часть стерла. Алиса сейчас аккуратнее кушает. Но ей меньше досталось содержимого. Может, поэтому и аккуратнее. А может, просто молодец. Вот зайчики мои кушают. Как говорится, дорвались. Ложечка кушает. Алиса, ложечкой. Не вытираю специально ротик, боюсь спугнуть. Разнообразие. Алиса справа, Алина. Ой, тут. Алина справа, Алиса слева. Это так, напоминание чисто, чтобы удобнее было потом понимать. До этого у них были резиночки на волосах. Резиночки на волосах были завязаны, поэтому было удобнее видеть сразу, кто это. Потому что мы пока еще смотрим на мини-пятнышки на лбу. Улыбки улыбками и так далее. Всякие другие отличительные черты. Но это самая простая, которая самая видимая. И вот ее очень хорошо видно, когда челочки нет. На запись кушает. Я уже думала, все, Алиса стала зубы чистить. Они иногда наблюдают, тоже хотят. Кушай, вкусно. Банан. Ложечкой кушай. Банан. Я даже знаю, кому первому покажу видео. Так, кушайте. Сегодня чисто их искупаем еще. Поэтому можно и пачкаться, можно так тренироваться. Так. Вернемся к Алисе. Алина. Даже получается, даже не знаю, где лучше ракурс. Алина, вон весь локоть уже. Ну, вкусняшки. Сладенькая. Алина теперь вся сладенькая. Алиса пока еще держится аккуратно. Опа. Алиска прям вообще молодец. Я и Алина молодец, обе молодцы. Ну прям вообще аккуратненько получается. Даже если она в конце извозюкается, это уже не считается, она молодец. Вкусно, надо было тоже Алине оставить чуть-чуть. Но ей повезло больше. Алина, кстати говоря, более правильно кушает. А хотя Алиса тоже все справилась. То есть прям вот наполняет и кушает. Молодцы. Год и 5 месяцев. Вот они, маленькие видео больших событий. Ну или маленьких событий. Для них, наверное, большие.
Не-не-не, ложечкой, ложечкой кушаем, ложечкой. Сейчас еще попробуем вытереть ручку. Алисе надо тоже попробую подвинуть, если позволит. Вот он, банан. Себя обратно утащил. Такая, это мой ракурс. Уже почти 8 часов. 19:55. Кушают. Я не против, я очень даже за. Так, ложечкой, ложечкой. Ложечкой кушают. Даже интересно, если бы им простую еду так дать. Насколько шансы были бы, что они покушают. Ну, наверное, надо будет начинать с макарошек, которые можно в ротик класть поудобнее. Кусаем ложку? Ложка вкусная? Вкусная ложка? Зайка? Это вот так вот стоит. Вот так вот. У меня обои. Детки как-то заметили, вон там вот обои. Детки как-то заметили, краи такие потянули. Я даже не знаю, правильно ли я сделала, что я остановила, потому что отодрали, может быть, не так в глаза бросалась, как и не бросается теперь периодически. Хорошо бы подклеить, но лучше уж все поменять. Поэтому пока так, пока не надоест. Опа! Или детки сами отодрут. Периодически пытаются, поэтому все больше и больше. Так, ложечкой, ложечкой, зайка. Ложечкой, ложечкой. Все надоело ложкой. Ну, долго ела. 13 с лишним минут. Почти 14 минут кушала прям так вот. И Алина прям молодец, кушает. Нам хочется этот бодик уже снять, но когда поест, уже можно будет снять. Она как держит старательно. Ложкой! Ложкой надо кушать. Не зря Алиса отказывалась кушать сама. Точнее, не сама. Это было... желание. Че, все? Все? Дать яблочко? Эти ас поменяю. Так вот. А я яблочко. Будете кушать? Вот оно, яблочко. Кушай ложечкой. Попробуй ложечкой покушай. Блин, такая было же больше. Яблочко. А у Алины теперь банан. Яблочко.
На самом деле, прям вот так вот, чтобы оставить их, есть что-то одних, мы так не делали. Поэтому это можно считать первой записью попытки кушать самостоятельно. Даже не только записи, но и вообще возможности кушать. Не знаю, как это сказать. Наверное, даже... Ну да, возможности, наверное, есть самим. Вкусно? Все, наелись? Я вот думаю, это будет очень страшно, если попробовать им дать творог кушать самим. Ладно, это будет следующее видео, если решусь. А пока, я думаю, хватит смотреть, да? Хватит? Молодцы? Молодцы, девочки? Молодцы.